Движение автомобилей над подземным переходом открыто. Рядом складируют плиточный клей. Уже начата внутренняя отделка. Предстоит облагородить около 1000 квадратных метров. Пешеходы пока будут переходить дорогу, как и раньше. Для этого нанесли временную разметку зебры. В администрации говорят, что уже через пару недель подземный переход сдадут в эксплуатацию. Переход мы откроем самый крайний срок 30 июня 2016 года. Это самый крайний срок. С учетом благоустройства, которое делается вот здесь, где рядышком тротуары и так далее, и так далее. То есть 30 июля мы будем уже открывать пешеходный переход. Я хотел сказать слова благодарности именно инвесторам, несмотря на сложную ситуацию, они выделяют средства, финансовые средства для завершения, так сказать, этого объекта. Это спасибо Виктор Казачевич Бударин. Строительство пешеходного перехода в Анапской идет с февраля текущего года. Как уже сообщалось, оно затянулось по техническим причинам. Весенние дожди заполнили только что вырытый котлован. Воду пришлось откачивать. Кроме того, необходимо было дополнительно укреплять стены из-за подвижности грунта. Переход является серьезным инженерным сооружением. Там предусмотрено и серьезное водоотведение, водопонижение. Кроме того, предусмотрено для людей с ограниченными физическими возможностями лифт, подогрев ступеней, чтобы не было замерзания ступеней зимой. В городской администрации подчеркивают, что основная задача – обеспечить безопасность пешеходов и комфорт автомобилистам, а в итоге построить переход, который будет исправно служить десятилетиями.